Приехали из Тбилиси сюда на машине из Тбилиси в Ереван. Вез нас человек по имени Аванес. Аванес. Мы заплатили за микроавтобус, он нас встретил просто на легковушке. Сели, поехали, он в какой-то момент просто начал курить. Мы говорим, а можно не курить? Он говорит, я курил, курю и буду курить. Говорит, надо было указывать в пожеланиях, что вам нужен некурящий водитель. Я говорю, ну это странно. Он говорит, это не странно, это везде так, в России тоже так. Я говорю, я прожил 12 лет в России, там нет такого. Он говорит, я 29 лет там прожил. А в прошлый раз я ехал из Тбилиси в Ереван с Кареном. Карен — это человек, который нам дал этого Аванеса. И Карен в поездке, он сначала спросил хотя бы, типа, можно я закурю? Я ему сказал, можно, и он всю дорогу курил. Я говорю Аванесу, Карен хотя бы спросил вначале. Аванес говорит, я к Карену не имею никакого отношения. Мы разные люди. И кто-то ему по телефону звонит, он говорит, да, Карен. Да, едем, все нормально.